Самая массовая лыжная гонка стартует в День всех влюбленных. 14 февраля муромляне примут участие во всероссийском забеге «Лыжня России-2016». Уже в 9-й раз Муром встанет на старт вместе со всей страной. В этом году город получил 2000 нагрудных номеров и фирменных шапочек, которые вручат лыжникам при регистрации. В соревнованиях могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Обязательные условия – отсутствие медицинских противопоказаний. Для победителей уже подготовлены специальные кубки и почетные грамоты за подписью министра спорта России Виталия Мутко. Зрители ожидают концертные программы, а также оргкомитет обсудил и вопросы безопасности. Из-за погодных условий трасса будет сложной. Начало мероприятия в 11:45. Первые лыжники выходят на старт в 12 часов. Все, кто желает принять участие в гонке, просят обратить особое внимание на бланки регистрации. Необходимо указать свое имя, дату рождения, паспортные данные, страховой полис и визу врача. Регистрация участников будет проходить 10, 11 и 12 февраля в Дворце спорта АК с 9 до 17 часов. 13 февраля с 9 до 12 в спорткомитете. Регистрация в день соревнований будет проходить с 9 до 11 в ДОСЦ «Верба» на микрорайоне Вербовский.